Списки избирателей – это один из вопросов повестки дня заседания ЦИК. За их точность в том числе отвечает Центральная избирательная комиссия. Сейчас в городах и районах республики органы внутренних дел и госадминистрации проводят проверку списков, направленных ЦИКом. По городу Бендеры из числа представленных списков было выявлено прописано граждан, не обладающих гражданством Приднестровской Молдавской Республики, в количестве 569 человек. Выписано граждан, в том числе умерших, в количестве 1529 человек. Зарегистрированных граждан, не обладающих гражданством Приднестровской Молдавской Республики, в количестве 229 человек. В Каменском и Григориопольском районах также выявлены подобные факты. В Центре избиркоме признаются, о них не знали. На заседании звучали возмущения, почему госадминистрации для начала не предоставили данные о результатах проверки в ЦИК. В ответных письмах из городов и районов говорится, что данные предоставят в избирательные комиссии, когда они будут внесены в систему учета избирателей на местах. Сегодня мы приняли постановление, согласно которому государственные администрации должны в течение недели предоставить нам сведения о тех несоответствиях, которые были выявлены паспортными отделами на местах. Таким образом, принятое постановление обязывает госадминистрации до 24 октября предоставить данные о выявленных неточностях в списках избирателей. Это данные об умерших, а также зарегистрированных или прописанных в Приднестровье, не имеющих гражданства республики.